Если раньше люди строили друг с другом отношения, им нужны были общие правила, у них было общее пространство ценностей, интересов, каких-то смыслов, ответственности друг перед другом, то сейчас этого нет. Общество переживает свою атомизацию. Мы разваливаемся на отдельные группы. Мы живем с разными совершенно идеями в голове. Я напомню, что мы находимся сейчас в конкуренции друг с другом, и нас 8 миллиардов на этой планете. Еще там 100 с небольшим лет назад их было 2. Все значительно стало сложнее. Люди при этом живут в этом настоящем времени, не планируют свое будущее, не видят, что им следует предпринять для того, чтобы стать успешными, для того, чтобы быть довольными своей жизнью. Они этого не видят. Они не знают, что им делать. И дальше возникает растерянность. И снова вопросы. И из-за того, что мы перестаем заниматься собственной жизнью, а сейчас мы перестаем ею заниматься, наше мышление, по сути дела, атрофируется. Как вы инвестируете себя в свою жизнь, в свое будущее? Что вы видите впереди себя и что вы делаете для этого впереди? Каково ваше мышление, насколько оно эффективно для того, чтобы справляться с этими вызовами?